В этом видео мы покажем, где найти ваши комиссионные и бонусы. Для этого зайдите в ваш личный кабинет и перейдите на панель управления. На главной странице вы увидите двойной виджет PLC Balance. BTC Balance. На вкладке PLC Balance вы сможете узнать ваш текущий баланс PLC Bonus, который отображает количество коинов, начисленных вам за участие в нетворк-маркетинге. BTC Balance также покажет, сколько вы заработали в биткоинах исключительно в виде комиссионных. Правее расположен виджет «Структура денежных средств». Это ваш доступный баланс. Он разделен на две части – бонус и дебет. Бонус показывает количество начисленных вам бонусов и комиссий в евро. Их можно вывести или использовать для оплаты продуктов. Дебет-баланс отображает сумму, также доступную для оплаты продуктов. Пополнить его можно через банковский перевод или с помощью Debit Pack. Также информацию о бонусах можно получить в разделе «Персональное» на странице «Транзакции» на вкладке «История бонусов». На этой вкладке вы увидите историю всех полученных комиссионных и бонусов за все время работы с Platin Coin. Четвертая вкладка – это «Отчеты». Здесь вы сможете выгрузить отчеты о результатах работы за определенный месяц по каждому из балансов. Теперь вы знаете, где найти информацию про ваши бонусы и комиссии. Желаем вам успешной работы с Platin Coin.